Всем привет! Сегодня я буду показывать упражнение от отеков. Отеки бывают на лице, на ногах. У меня тоже это бывает. В общем, комплекс упражнений от избавления от всех отеков, какие бывают. Эти упражнения я нашла на канале Марта Николаева Гагарина. Три упражнения тоже себе применяю. Мне понравилось, поэтому делюсь. Кому-то пригодится, пробуйте. Просто пробуйте. Вреда точно не принесет. Значит так, первое упражнение. Упражнение делается с утра. Встали, почувствовали тяжесть или что-то. Ну, отеки они сразу чувствуются, если на лице, на ногах. Не обязательно на себя смотреть, просто уже ощущение такое видно. Ну, в общем, так, приступаем. Первое упражнение. Значит, ровно встаем. Была, чтобы какая-то опора, тумбочка. Я вот иногда делаю в спальне, иногда на кухне, около стула. Опираемся на опору, встаем на цыпочки, чтобы пятки были оторваны от пола. И вот так вот присели. Пятки также оторваны от пола и сидим 30 секунд, то есть считаем до 30. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Если у вас сильные прям отеки и на ногах, и везде, увеличьте до минуты. То есть минуту 60 раз посчитали, встали. И вот так вот немножко ножки потрясли, чтобы восстановить кровоотток. Все. Первое упражнение сделали. Второе упражнение. Тоже элементарно. Берем 2 чайные ложечки. И делаем лимфодренаж вокруг глаз. Если у вас сухая кожа, и чтобы ее не повредить, можно вокруг глаз смазать растительным маслом, косметическим маслом, либо даже просто каким-то кремом питательным. Делаем вот так. Слегка надавливая, легкое-легкое такое давление, повторюсь, чтобы не повредить кожу. Круговыми движениями я делаю раз, и потом в обратную сторону, как бы разбивая вот эту всю отечность, если есть, вот так вот. Тынц, тынц. В разные стороны делаю. Почему? Потому что, ну, чтобы не загонять вот в одну сторону что-то вот так раз, не нужно. Вот так вот, слегка. И это упражнение тоже делаю одну минуту, считая до 60. Но если многовато, считайте до 30, как пожелаете. Вот так. Проделали, все. И мне кажется, вот это упражнение, когда делаешь, это не только для лимфодренажа, а оно даже разглаживает морщинки и как бы дает массаж. Это же тоже массаж мышцам вокруг глаз. Они укрепляются и становятся упругими. Так что это упражнение можно не только против отеков применять. Так, и третье упражнение тоже очень легкое. Встаете ровно, ноги на ширине плеч, можно даже чуть-чуть пошире. Корпус слегка так вперед. Руки вот так вот широко делайте, чтобы подмышки были открыты. Складываете клешни. Клешни. Делаете так, как клешни краба. Пальчики плотно сжимаете. Большой палец тоже плотно и вот так вот прижат. И пальчики немножко согнуты. Вот видите, как клешня краба. Руки немножко так слегка в напряжении. И вот такие движения делаете. Как бы удар краба. Оно так и называется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Упражнение делается 36 раз, то есть 18 ударов на каждую руку. И у меня вот от этого упражнения даже вот здесь вот такое напряжение делается. И делаете это в быстром темпе, но не так, чтобы там закружилась голова. Нет, подберите для себя более комфортное движение. И вот так вот. В этом упражнении задействуются и ноги, и бедра. Руки, ну, в общем, все тело приходит в движение. Что дает это упражнение? Оно уравновешивает энергию почек, увеличивает тонус сосудов, также увеличивает скорость циркуляции лимфы, и отеки уходят. Эти три упражнения я делаю по мере надобности для себя. Если у вас отеки часто, но делайте упражнения чаще, как вам будет удобно. В комплексе три упражнения через 20 минут все отеки должны уйти. Мне это упражнение помогает прекрасно. Даже вот сделала я немножко, и как бы тонус такой всего-всего в движении, хочется бежать и что-то быстро-быстро делать. Вот так. Пробуйте такие упражнения поделать, чтобы избавиться от отеков на ногах, на лице. Эффективные. Так,
Еще раз уж я показываю про упражнение, чтобы придать тонус всему телу, всем мышцам, вот такие упражнения. Но это уже не как для снятия отечности, а просто для получения энергии всего тела. Писать цифры большие всем телом. Пишите столько, насколько у вас хватит силы. Вот мне хватало первый раз, я сделала 18 раз и перерыв, устала. Так делаю 20-30 раз. В общем, в любое время можете делать, утром, вечером, когда захотите. Ну, если пожелаете, в общем. 1, 2, 3, 4 и так далее. Двойные цифры. 11, ну там 13. Вот так. Видите, все тело вот так движется, и руки, ноги, и вот это вот все талия в движении. То есть такая энергия набирается. Я не знаю прям, как это объяснить. Все в тонусе. В общем, пробуйте. Понравится, делайте. Ну, не понравится, дело ваше. Вот такие классные упражнения для вашего здоровья, тонуса и для всего-всего. Желаю быть здоровыми и самого доброго. Пока-пока.